Миграционная служба Ангарска принимает посетителей по записи. Отдел не может прекратить свою деятельность на время карантина, поскольку замена или выдача документов гражданам нужны постоянно. Посетителя запишут и примут в определенное время. Для удобства граждан, чтобы впоследствии, когда вот этот режим, скажем так, ограничения будет снят, и мы войдем в нормальный режим работы, значит, чтобы не было впоследствии вот большого притока одномоментных граждан все-таки, да, в наше учреждение, в подразделении по вопросам миграции мы установили телефон дополнительный, его номер 692-569, это номер городской. Значит, из 10 до 12 ежедневно с понедельника по пятницу граждане могут обратиться по номеру телефона. В режиме самоизоляции замена и выдача водительских удостоверений доступна только по предварительной записи через портал госуслуги.ру. ГИБДД Ангарска перешла в режим дистанционной работы. Консультации будут проводиться и по телефону. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 10 до 12 часов дня.